со всех сторон шум, поэтому ничего не слышно. Сразу два экспоната. Датсан, он же Nissan, наверное, да? В таком стареньком дизайне в стиле 70-х. Ой, как народ Женька реагирует на него. Машина явно предназначена для гонок, потому что внутри очень эстетично, ничего лишнего нету, только самые-самые важные приборы. И вон сзади еще что-то такое серьезное подключено, то ли акустика, то ли еще чего-то. И рядом с ним еще один экспонат, прям сразу же. Lotus. Такая маленькая, очень приземистая машиночка. Ух! Стой, 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 стой.